Уходи, Джека. Так, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Евгений. О-о-о, кристальчик. Пикман, Пикман, это ты, Пикман. Да, сорян, сорян, что закрыли. Ну, блин, это ж такая игра, ребят. Пикман, я обожаю тебя, я твой подписчик. Пикман, ты лучший в мире вообще. Кому привет передать? Unqualified. Unqualified, привет тебе. Спасибо, брат, привет. Я должен делать повтор проигрыша, брат. Все, я смотрю повтор проигрыша, я делаю скриншот. Все, давай, давай, давай. Прямо, да, Жека? Да. Ну, я сюда. Да. Блин, сделайте вот тут канатку. Ну, блин, в таких местах канатки сделали, в которых они нафиг не нужны. Здесь же... Не понимаю иногда, кто создавал эту карту. Минус один. Я надеюсь, что в следующей обнове нам выпустят новую карту. Максимально надеюсь. Максимально, брат, надеюсь. Максимально. Ребятки, а напишите, кстати, в комментах, кто играет в этот, Жека, как, Arena Breakout, да? Да. И хотели бы вы увидеть мобильный Rust на базе папчика? Ну, вот как метро, только что Rust был в PUBG отдельным режимом. Я бы играл. Хорошо. Можно даже отдельной игрой. Да. Да не, мне кажется, что если Rust выйдет, ну, все будут 24/7. Да. Как зомбаки, как когда-то покемоны вышли. Жека, здесь никого не вижу. Опа, есть, спалились. Я слышу, где ты стреляешь. Может, здесь этот принимать будем? Тут? Ну, сейчас они через дорогу побегут. Нас же двое. Ну да. Плюс у меня костюм, смотри, какой. Жестяк. О, бежит, бежит, бежит. Право там. Я этого закрою, а ты тех закрывай. О, Жека, он за дерево ушел. Я этого не дохавал. Я дохавал. Я тоже. Ты там нокнул, да? Да, да, да. Ну ждем, сейчас кто-то еще пойдет. И шо он начал бегать туда-сюда, туда-сюда. Я его подогрею чуть-чуть. Грей, грей, грей. Он к нам ползет. Наверное, хочет что-то сказать. Все, спасибо. А ты где закрыл, Жека? Тут нокнул. Где, где, где? Метки нет. А, вон, вижу, бегает. Вот здесь. Watch out. Ту-ру-ту-ту-ту. Это забор. Ага, я бачу его. О, давай я типа пошел лутать того типа. А, сейчас мог дам. А ты его закроешь. С того ракурса просто стану. А, вон он. Жека, он петляет. Мне кажется, он уходит просто. Их двое, да, там? Не знаю. О! Это вдали. Вот здесь. Лучший. Но тут, по-моему, еще один есть где-то. Я с граником, ты пульками, я граником дам. Или наоборот. Да давай. Погоди, я на крышу. Да, вот да, тут. Да. С этой стороны. Граник дал. Я свою работу сделал. Да блин, ну куда, ну чел? Я так и знал. И тут тип, походу, что полз к нам, он хотел сказать. Мы ваши подписчики. Сейчас он будет меня лутать, и я ему скажу, Пикман, ты реально. Слушай, слушай. Алло, 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 пацаны. Алло, где вы тут? Пикман. Пикман, это ты, Пикман. Да, сорян, сорян, что закрыли. Ну блин, это ж такая игра, ребят. Пикман, я обожаю тебя, я твой подписчик. Пикман, ты лучший в мире вообще. Кому привет передать? Unqualified. Unqualified, привет тебе. Спасибо, брат, привет. Я должен делать повтор проигрыша, брат. Все, я смотрю повтор проигрыша, я делаю, блядь, скриншот. Все, давай, давай, давай. Здесь Пикман, прыгай по ЖД. Жека, подойди сюда. Потому что он думает, что я это ты. Скажи ты ему хоть слово. Я Виталий Плейс. Да, а, я тут, я на месте. А вот Жека. Теперь Жека с тобой говорит. Я говорю. Леди Пикман, привет! Леди Пикман! Привет! Ой, что, Жека, я мутирую микром. Нам надо, короче, создавать левые аки.
Это я знаю точно, потому что потом обидно нас будет. Не, ну хотя вот типов закрыли, они довольные. Ой, брат, тип. Я шел уже коробку лутать. Это как в том видео, когда мы на МКшку развели, помнишь? Да. А где тип Жека? Здесь был. Вот, смоки. Ага. А то, кто с мутанта наваливает, бот? Бот. Дал много. Дал еще больше. Ой-ой-ой. Бэтмен! Я Робин! Еще? Слышу, Жека. Я молик дам туда? Колбу. Через смоки тихо, меня. Тихо. Соло Сникерс. А чё в дуо играешь тогда? Где этот бот файтит? Все фиолки, брат. Осуждаю Соло Сникерс максимально, ты не соло. Зачем обманывать? Так, на дороге давай чекнем. Давай. Капец, насколько он был счастлив, этот малый, когда... Но потом настроение у него пропало, когда он узнал... А, Виталик. Ой, фу. Не говори со мной. Не говори так! Ну хоть разрывы. Так капец, сколько типов закрыли, и ни одного красного даже. Даже розового не было, все фиолки. О магад, о магад. Куда дальше? Ну, по классике. А, так у нас радки нету, слышь, мы на 6-й карте. А что ты разводишь? Ты что, я... Думаю, нифига себе, я ж вроде запускал. А у меня таких профтыков никогда не было. За всю историю PUBG ни разу. А ну давай сундук чекнем. Давай. А ты что, а ты видел, какие у меня черевички? Где ты? Я смотрю, от таких нема. Да ну, ты что? Ты видел этот мем? Да, фирма. На промзоннике смотрю, а таких ну нема. Нема. Ой. Блин, пацаны, ну запускайтесь в золоте. Уже как бы, по-моему, конец сезона. Да. Или середина сейчас. Они, так уж и ж бетка. Да, уже больше половины сезона. Да, прошло этого? Да, больше половины. Пост жив, Жека. Вы когда не запускаетесь в золоте, вы оставляете ютуберов без контента. Ну, конечно. И нас с Жекой тоже. У нас с Виталиком. И Сак... Хамлет. Ньютон? Да. Куда ты на Жеку? Держи его, Жека. Перезарядка. Что он хотел тебе сделать? Осуждаю. Я не знаю. Осуждаю. Максимально так. Не сохранять. Да пускай шлемак остается штурмовикам. Так. А ну-ка, здесь ракетница хотя бы. Хотя бы ракетницу нам было бы максимально идеально. Понял, принял и пошел туда, куда послал меня оружейник. А здесь, Жека? Понял. Все, тогда встречаемся, ребятки, на боссе с Айгой, если он, конечно, жив. Ребятки, у нас планы немного изменились, потому что в радиации кто-то вызвал ветролётикс и залутал дверь. Эй, уже... Скорее всего, это кому-то бустят балик. И мы сейчас как раз 20 секунд, Жека, 20 сек. Можно заходить и прям сразу закрывать глаза замес. Или ждать будем. Там замес? Да. А, ну тогда ждем. Можно и на ракеты подняться, наверное. Я не знаю, как правильно. У меня. Блин, брат. И живешь? Да, я убил, это ластовый был. А ветролет где? Там. Где там? Там? Да. Как тут никого? Найс. Но мне кажется, Жека, сейчас бегутся другие типы сюда, такие как мы. Может быть, потому что за этим кто-то гнался, он был проходцами. Да? Да. Я, короче, кобру забрал сразу. Давай. Так мы оттуда можем и чекнуть, Жека. Думаешь, видно будет? Думаю, да. Тогда я с этой буду чекать. А, ну сейчас. Ну да, если кто-то побежит, я увижу. Увидишь? Так. Она отка... Да, бежит тип! Бежит. Слева у меня! Тихо. Там слева. Ага.
Я помогу тебе того закрыть. А потом уже с этим буду разбираться. Осторожно, осторожно, брат. Он упал за лед, Жека, он уже не бежит. Все, 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 понял. У меня тут. Два ты Жека. У меня два Жек. Двойка, понял. Блин, я просто этого могу сейчас... Давай, 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 закрывай, я живу. Я живу, живу, живу. Нет, уже не закрою, я не знаю, куда он пропал. Вон туда. Слышу. У меня два пуша, сейчас молики полетят мне, Жека. Ух, с кулачком. Лучший. Лучший, лучший, лучший. И теперь мы... Контролик, Жека, контроль. Закрыл, да, ты его? Да, 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 это какой-то полуштурм был. А, это тоже полуштурм. Не, это не полуштурм. Одного нокнул. Одного дохавал. И тот дальше где-то там. Уходит, Жека. Да-да-да. Так, хорош. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Евгений. О-о-о, кристальчик. Кристальчик, забрал, забрал. А ты что тут, Радки, пацаны, от души. Жека, Джишка, вышка, надо? Не-не-не-не-не. Мы успеем улететь на ветролете или не? Думаю, коза. Не, 30 секунд. Ты этого залутал уже, все? Да, 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 тут ничего не было. Можем успеть, кстати. Блин, давай попытаемся успеть. А того, типа, ты не лутал одиночку? Нет, там четверка была. Давай, 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 может успеем. А, не вылазит Радка. Я успею. А что тут еще ловить? Все, 16 секунд, я тоже успею, по идее. А может и нет. Может нас сейчас закроют. Улетай, улетай, улетай. Жду. Улетай, улетай, улетай. Ну, нажимай. Я нажал. Не успел. Да ладно. Не успел? Не, 0,2 секунды, брат, 0,2 секунды. Нормально. Ай, капец. Ну, хорошо, тогда ждем тебя в следующей каточке, встречаемся. Давай. За нами кто-то наблюдает, интересно, Жека? Следователь. Не знаю. Следователь генерал Жук. Кстати, давно уже не было. О, есть. Рядовой соло. В сквадах шпилит. А может соло-сквады? Может, я сомневаюсь. Да. Не, Жека, обычно такие типы анскильные, а три топовых у них в команде. Ну, как у нас с тобой. Опа! У нас упор. Еще там выше заходят. Вижу, вижу, вижу. Этот уже наигрался, этот в лобби реально. Жека, хилюсь, потому что у меня нормально продамажит. Забрал. А, так погоди, их двое всего было? Все. Нет, все, закрыли остальных, брат. Кто? Тут дотек. Не знаю. Я там забрал рюкзак и броник. Вижу сверху, брат. Угу. Вижу тоже. Камень, да? Да, по-моему. Вот здесь. А у этого что было? У этого я не знаю. А нет. Где он? Вот здесь где-то. Я думал, за камнем? Не, за камнем вот какой-то тип. Ну, я баючу их на себя, типа вот кручу. А, все нашел. У этого, походу, МКшка слетела. Убегает. Убегает? Вернулся за камень. Я его, Жека, закрутил. И, походу, я уже вижу его пятую точку. Могу по ней зажать. Давай. Пока не вижу. За камнем? Да, 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 да. Я под выстрелы подхожу. О, его закрыли, брат! А, тю. Да. Хорош, я думал, ты сзади. Не-не-не. Вроде не. Ну, такой не особо. Я думал, чтоб ты ему дал этот, понял? Пичку? Не, граник выстрелил, а я тут в упор ему дал. И он бы прозрел, что ого, тип меня граником закрыл. Ого, разрывов у меня теперь. Ну, пускай пока. Может, эта каточка будет как раз-таки поход за разрывами? Кто знает, кто знает. По косарику. Что у нас здесь? А, так тут два киллбокса. А как так? В смысле два? Ну, два. Что, двоих типов закрыл здесь? Не, одного. А, может, он подполз к этому подниматься, а может, тут его с горы закрыл. Тут шлемак и МКшка-вышка. Забирай. Блин, уже лута сколько, что ничего никуда не лезет в инвентаре.
шлем. Да вроде все. Ну пускай. Блин, МКшка на шестерке. Ну ё-моё, возьми на теплаке. А ты что, не знаешь? Да не. Падла заходить настраивать сенсу. Просто я когда захожу настраивать сенсу, я настраиваю один прицел, потом думаю, о, ладно, надо поднастроить еще это, и потом заканчивается все тем, что в конце нажимаю не сохранить, а сбросить по дефолту, и заново. На босса? Да. А сундука нет. Ладно, не буду его трогать. Тогда валим собак. И босса сейчас заберем, застакаем его здесь. Давай. Пускай бежит. А он по-любасу сейчас сюда зайдет. Валим. Ага. Я все тебе в сковородку отстрелял. Я видел. Уии! Стакай его. Может быть золото, да? Или да. Есть золото? Есть золото. Давай его вот здесь сделаем золотым. Давай. Золото? Почти. Не вижу. Из-за дракона, блин. Ай, дракон. Оружейку сейчас чекну, Жека. А там с КамАЗом меня пока никто не выпасает. А я выпаду. Ой, ты меня произменял, когда начал зажимать. Погоди, там кто-то стрелял в твоей стороне. Это бот. А. Живучий бот. Нет, этот не. А на этом, на сталике, на боссе, там очень живучий бот. Как Биба и Боба. Даже живее, как два вместе. Как Биба в Бобе. Ой, куда, на магаз? Давай, да, сходим. А потом в ратку. А потом в менюшку. А потом все заново. Как обычно. О, сейчас штурм должен заспавниться. У них где-то здесь павн? Слева, да, должен быть. Вот здесь на хате? На хатах. Вот здесь, прям в центре. А ну, на 25-й минуте, секунде, по-моему. Ждем-с. Пять сек. Не. Повезло? Повезло. Нам или им? Нам. Да-д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 а. Капец, тишина. Ну сейчас такие замесы где-то по любасу будут. Дверь, эй. Угу. О, и выход у нас топовый. О. Выход топ. На мини-боссе, брат. На мини-боссике. Есть, принял. Это может штурм его уже файтит или нет? Может. Так нам тоже как бы нужен ящер. Золотой ящер. А! Соло Ютуб. О, это же этот Соло Ютуб. Или не, так, или ну, что а... там? Не. Это штурм, да? Да. А тот тоже был соло. Здорово. Здорово. Мы просто вольем ящера, пацаны. Красный! Тайга вышка. А что ж в нем красного еще, Жека? Кристалл мой. А, кристалл просто. Забирай. Забрал. Тайгу пускай забирают, пацаны. У меня их очень много. У меня тоже много. Тю, что ты делаешь? Мы вам подняться хотели дать. Заруинил сам. Осуждаю, Жеку, осуждаю. Я просто, чтобы Жека такого не делал. Погнали, Жек. А зачем он стрелял по нам? А нахера, да, нахера теперь нам шанс давать подняться им? Я туплю. Вот этому не дадим, а те пускай поднимаются. Да. Выборочно. Но он почти справился. Ого, да, со скорпиончика. Тю, я представляю, как сейчас его тиммейты агрятся. Ты мог нас поднять! Да я почти закрыл их! Но две башки я ему поставил. Жека, в магазе раскупили этот. Все. Объектив и ракетницу. Значит, там в ратке, возможно, кто-то... О, дотекли. А, последний где-то крякнул.
А может просто дотекли? Может просто. Сейчас же как бустануть. Да, со штурмом надо быть осторожными. Одним можно скинуть все, а у других надо забирать все. Соглашусь. А может он хотел подползти, знаешь, включить микро, чтобы с нами разговаривать, а тот попытался закрыть нас. Ну да, конечно, может такое быть. Залутано. Где-то вроде кто-то паркурится возле двери A. Только что я паркурился. Даже как у меня типы! У тебя? Бегу. С оружейки выбежал? Не шаришь, что я здесь? Тихо. Включай. Шаришь, что я здесь? Жека, тут пак! Погоди, назад! Жека, отходи! Отходи. Блин, у меня iPad отходит. Жека, у меня хп вообще, я не знаю, кто по мне прокоцал, собака или они. Ну, хп минимум. Сейчас они нас запушат. Все. Найс, типы, найс, мне нравится. Где будем их встречать? Я не знаю, можем сверху, кстати, встречать. Ну, давай. Ну, только не здесь. А где? Я же здесь буду стоять. А, у меня граника нет. Я могу по этой херне подняться в угол? Давай. Не знаю, услышали они меня или не. Убежали. Да, Жека, убежали. Походу. А может встречаю? Давай тудой будем. Собаку. Давай на окно через фэкты. Не добил. Я видел. Выехал. С кулачком тут. Сюда. Он в здание забегает и здесь. Я дальше бегу. Давай, Жека. Стопнул. Понял? Заберу его сейчас. Давай. Отползи ты, я хотел собаку вальнуть. О. Сиди там. Около. Хорошо. Меня. Ага. Бегу вот эти. Забрал. Здорово! Он нокнулся почему-то. Ё-моё! Да ты шо, чел, как мне тебя жалко. Ёлы-палы. А общий чат, если включить, будет материться? Алло, чел. Мне тебя жалко. Ты шо? А там? А тут уже кто-то топает. Блин, лутают его? Нет, не его. Ластовый штурм. Блин. Не штурм? Думаю, нет. Жека, тут есть вот приемка такая, мне кажется, справа классная, или не? Хз. Я всегда хотел отсюда попытаться принимать. Попал? Да не, у меня шнур отходит. Ну он справа аж. Ага. Спрыгнул. Все, ему вот GG. Да, он в углу. Ну все. Краники есть у тебя, не? О. Ой. Неудачно так получилось. А где он? А. Туру-туру-ту-ту-ту. А? Да он матерится. Матерится? Да. Почему? Оно... Ну, я не знаю, он уже ливнул. Ливнул? Да. Блин, Жека, не дай бог, и залутали того типа. А, это на со львом. Да. На со львом. Как думаешь, приду сюда? Не. Надо фаерку найти. Они сюда не придут. А где ты еще одного нокнул? Вот здесь, прямо на балкончике. Угу. Сверху. Залутаешь? Тут только рюкзак. Не. Лутай. Хочу флайер чекнуть. Да они не придут сюда веками. Мне кажется. Офиги узнает. О! Чиназес. Да, ну тип посыпался, ё-моё, так, кину все. И пластины он еще не все скидывал. Тут, наверное, 3 радки, прикинь. 3 радки, Жека, 3. Ого. Жека, иди что-то подлутай, мне все не влезет. Сейчас приду, брат. Я тогда возьму просто разрывов себе еще на всякий случай.
Аптеки бусты буду, наверное, у тебя выпрашивать. А, можно еще вот так мне сделать. Да, посыпался так посыпался. Есть. Так, на месте, брат. Я провод менял. Ага, бустик. И патрики. Надо идти туда, брат, встречать сейчас всех типов. Ну, все. Да-да, так залутай тут. Я и погнали. Да, я тоже думаю, что может придут. Уже идут. Джека. Идут? Да. Понял, брат. Не залутался. Блин, давай отбежим чуть-чуть сюда. Может, надо мне все скинуть и залутать нормально патронов и аптек? Давай я так и сделаю. И раскидов там. Давай их бачу на себя. Давай. Лег. Где-то. Кто-то спрыгнул? Спрыгнул, да? Да. Их два, минимум. А есть смоук кинуть на ветролет? Да. А ну кидай. Да, я не вижу, где ты его вызвал. Ага. Хоть бы это не штурм был. Да не, это те типы, которые босса. Каешку сам себе кинул. Видел его? Так он сам это себе... Из... Вертолёт бросали. Да, да, это они в меня бросали, я чуть не сгорел. На вертолёт улетел молик. И по мне летел молик. Меня прокусил нормально, еще Жека. Молик. Еще летит? Здорово! Пошли, Жека, тут один остался. Тихо. Еще один, да. Накосил сильно, брат. Выходи, пуш. Хорош, лучше ниндзя. Ниндзя. Спасибо, МКшечку принесли, той, что файтили босса. А ты что, а там что? А тут броник. Да что ж мы... Вышка. Все каточки улетаем на ветролётике, ё-моё. Не знаю. Жека, смотри, вот тут. Сейчас, брат. Да я видел. Видел? Да, я там стоял. Так. Три рюкзака. Я расхумарил ратку. Есть. Все влезло. Все влезло? Да. Сейчас, Жека, хаваю. Ам. Ам. А там что влезло? Того, что ты не залутал дальнего? Не, кстати. Ну вот, так тут МКшка. А у тебя есть вторая? Да. А, ну все. Ратка. Это ратка, блин. Ладно, и ратку заберу. И здесь, Жека, броник, кобра. Я тогда, наверное, пластин... Или тебе влезет? Если влезет, то забирай. Не влезет, скорее всего. А, погоди. Вот так. Фиолку скину, влезет. Заберешь? Да. Супер. Улетишь на этот раз хоть? Да. Улечу. Ребятки, ну что ж, вот таким вот получился видос. Я надеюсь, он максимально вам понравился. Не забудьте прожать лайк и подписаться на канал. Также залетайте на канал к Джейси Пинкмену. Всем пока-пока. Пока-пока.